Наталья Юрьевна, что случилось? Ну что случилось? Вчера похоронили сына, потому что его там убили. Уважаемые коллеги, добрый день. Рад вас всех видеть. Мы с вами встречаемся накануне Дня прав человека, который уже более 70 лет отмечается во всем мире. Этот год многим запомнился сообщениями о пытках. Члены СПЧ после этого объехали несколько колоний. Мы получили массу свидетельств, собрали данные о разных способах пыток, например, в Кировской колонии. Должна быть наказана вся цепочка – пытавшие, давшие на то указание и прикрывавшие. Да не собирался мой ребенок вешать. Не собирался, понимаете? Он собирался доказать свою невиновность. Он даже президенту писал, понимаете? Для того, чтобы обеспечить себе безопасность, ему пришлось объявить голодовку. Бибик хвастается тем, что он хороший друг у Путина. Поэтому ему ничего не страшно. Я бы этого Бибика собственными руками задушила. Вот клянусь, понимаете? Не остановило бы ничего меня. Все. Он рассказал с первого дня достаточно подробно, как он попал на ИК-6, что с ним было с первых шагов в этой колонии. Рассказал, как в первый же день его проводили в кабинет, который был напротив кабинета начальника ИК, где было, ну, скажем так, все подготовлено. То есть на столе было расстелено одеяло, лежала подушка. Ряд сотрудников, значит, уложили его на стол, зафиксировали его, зафиксировали ноги, привязав скотчем к ножкам стола. И, скажем так, производили определенные действия, которые, ну, просто не укладываются в голове. То есть они издевались над ним, они запихивали ему в задний проход черенок от швабры. Скажите, а вот эти ужасные издевательства, по сути, изнасилования происходили с ведома начальника колонии Александра Бибика? Да, как пояснил мне мой подзащитный, он сказал, что Бибик стоял в коридоре, наблюдал за всем этим и давал четкие указания, то есть поглубже затолкать, там что-то еще. То есть однозначно можно было понять, что ему это, ну я бы сказала, даже нравится. Thank you.
на второй день после приезда его в колонию. Они его, значит, зафиксировали руки наручниками сзади, в положении сзади, за спиной. Значит, поставили на колени и неоднократно опустили его в таз с человеческими фекалиями. Боится, что его все-таки же направят обратно на ИК-6, и там уже ему просто не выжить. Для того, чтобы все-таки же как-то обеспечить, скажем так, не то что безопасность, а для того, чтобы родственники в последующем не думали, что он склонен к совершению суицида, он направил, значит, обращение к родственникам, где указал, что он не собирается покончить жизнь самоубийством, что он как бы желает, хочет жить, но если с ним что-то случится, это однозначно последствия действий сотрудника колонии. Я Давгих Чухраева, Наталья Юрьевна, 65-го года рождения, родилась 7 октября вместе с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот дай бог ему здоровья, вот, что он не обращает внимания на такие проделки. Вот. А что говорили сотрудники колонии? Как они объясняли произошедшее? Во-первых, эти все сидели молчали, Бибик бегал поэтому и сказал, что я сам в шоке. Они говорят, что это он сам повесился. А эти все сидели молчали, морды красные были, они все вот так вот сидели молчали. Дело в том, что когда его... Ну, должны были повезти, и он узнал, куда его повезут, что в Киров. И я ему пришла на свидание, на короткое, еще он сидел в Ростове, перед тем, как отправить. Я, значит, пришла на свидание, ему рассказывала, что... Я говорю, я зашла на эту колонию, там, говорю, караул, там я говорю, я не знаю. Вот, говорю, там такое творится, и рассказывала. И когда он приехал в Киров, в эту колонию, он мне пишет: «Мам, все, что ты читала за кировскую колонию в интернете, все правда». И он все время просил, что: «Мамуль, быстрее давайте подавайте за Москворецкий суд, потому что, может быть, уже будет поздно». Понимаете, он дитё, не может мне написать, что там творится, избивают это. И он все время мне писал как бы завуалированно, что там творится, понимаете. И при нем нашли записку, он, значит, написал, в записке было два слова: «Прости, жена» или «Жека», мы не могли понять. Во-первых, с женой он развелся 3 года назад, в нормальных отношениях они совершенно, жена уже вышла замуж, живет, у нее другая семья. Вот. Жеки у нас вообще в родне даже нету, Жеки никакого. У кого он мог «Прости» и «Жека»? Если он хотел написать предсмертную записку, он бы написал это мне, понимаете, мне. Но ничего нету совершенно. Ну. Да, на вафельном полотенце, которое 60 сантиметров. Вы поверите, вот возьмите 60 сантиметров. Можно шею обмотать? Мальчик у меня крепкий.
Вот. Исследователь сказала, что у него на спине следы от решетки. Вот. И проломлена грудная клетка у него. Это, говорит, они так качали его, реанимировали. Вы поверите в это? Ну вот мы обсуждали с ним это, он сразу сказал, что нет, это однозначно не самоубийство, потому что это практикуется, и он это видел неоднократно. Он описал, значит, как это все происходит. Есть камера, одиночная камера, там две двери, одна из них выполнена решеткой металлическими прутьями, вторая дверь глухая. И расстояние между этими двумя дверями достаточно небольшое. Он говорит, что сотрудники между этими двумя дверями ставят человека и закрывают. И получается, на спине остаются следы от клетки. Вот. И, соответственно, вот это могло привести к остановке дыхания и в последующем к остановке сердца. Но он говорит, что это однозначно сделано, все специально. И в связи с этим выражу сожаление, что члены СПЧ не имеют права проверять учреждения без согласия ФСИН, МВД, даже если мы получаем сообщение о пытках в них. Нужно внимательно с этим разобраться. И Следственный комитет как раз и проводит, центральный аппарат контролирует и проводит следствие предварительное. По вашим сведениям, как обстоят дела у других заключенных, которые тоже давали показания президентской комиссии? Ну, со слов следователя Следственного комитета, он говорит о том, что возбуждено 6 уголовных дел. Вот. Однако для проведения следственных действий на СИЗО-2 этапирован только Амиров. К сожалению, судьба остальных мне неизвестна. Где они сейчас, к сожалению, не могу сказать. То есть практически на всех, кто давал показания правозащитникам, сейчас заводят уголовные дела по ложному доносу? Да, конечно, и они этого не скрывают. Хотел бы вот вас проинформировать, что, ну, во-первых, Совет Федерации уже начал работу на внесение изменений в законодательство, закрепляющих само понятие состава преступления пытки. Такая работа идет, и, ну, во всяком случае, она в Совете Федерации поднята, и над этим работают. Мы направили письмо непосредственно не в электронном виде, а направили письмо, написанное господином Амировым, непосредственно на адрес приемной президента в Москву. Вот очень бы хотелось, чтобы все-таки же Владимир Владимирович прочитал это лично. Может быть, тогда будет какой-то сдвиг, потому что то, что докладывают сотрудники Следственного комитета, это явно искаженная информация, явно. В вопросе Амирова, да, к нему приезжал следователь, приезжала женщина-следователь, значит, он сразу сказал, что он давал иные показания, то есть она записывала непосредственно то, что ей необходимо, она не писала то, что могло, допустим, прямо доказать те или иные факты. То есть допрос был написан словами следователя, но они были явно искажены. То есть он сразу же сказал ей, что раз вы пишете свое, я желаю уйти и прекратить допрос. Она сказала ему, нет, посидите, давайте допишем. Вот. Но писала она однозначно не со слов Амира. Я
я до сих пор не могу себя прийти, понимаете? Но ради сына я вот это, я хочу доказать, что моего сына убили, понимаете? Убили. Ни за что убили моего дитя. И как мне теперь это, с этим жить, я не знаю. Только если это будет предано прямо вот огромнейшей огласке общественности, возможны какие-то сдвиги, потому что когда уже доходит до, извините, говорят меня, трупов, когда уже в колонии умирают люди, при этом говорят, что это суицид, вот, я думаю, что они не остановятся уже ни перед чем.